Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами известных художников. Ганс Малер. Портрет Анны, королевы венгерской и богемской. Превосходным примером портретного искусства Ганса Малера является портрет королевы Анны. Анна Егела, дочь Владислава, короля венгерского и богемского, родилась в 1503 году в Праге. В 1516 вышла замуж за эрцгерцога Фердинанда Австрийского, в браке с которым имела 15 детей. После смерти ее брата Людвига II, который пал при Махаче, корона венгерская и богемская перешла к Анне и Фердинанду. Позже Фердинанд стал и королем Германии. Анна, высокообразованная женщина, принимала участие во всех религиозных и гуманистических начинаниях своего времени. Она умерла в Праге в 1547 году. Портрет Ганс Малер создавал между 1516 и 1519 годами. Возможно, это был портрет по случаю помолвки, который Анна послала Фердинанду. Надо сказать, что Ганс Малер писал еще несколько портретов Фердинанда и Анны. Портрет Фердинанда находится сейчас в Вене, а портрет Анны можно также увидеть в Берлине, Инсбруке и Нью-Йорке. Текст по книге «Шедевры западноевропейской живописи» из собрания Тиссен-Барнемиса. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы познакомились с портретом Анны, королевы венгерской и богемской, автора Ганса Малера. Пока-пока, до свидания.